Всем привет! Сегодня готовим очень легкий лимонный кекс. Нам надо для начала разделить все ингредиенты на три части. Значит, что мы делаем для начала? В яйца добавляем соль. Количество я написала в описании, сколько. Щепотку соли. Яйца перемешиваем слегка. Перемешали, оставили в сторонку. Дальше мука. В муку добавляем крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем. И оставляем тоже в сторонку. Остается у нас масло. Значит, в масло добавляем сахар, ванильный сахар. Так, лимонную цедру. И сок одного лимона. То есть мы разделили на три части. Здесь мука, крахмал, разрыхлитель, яйца, соль, масло, сахар, лимон и ванильный сахар. Значит, для начала взбиваем масло. И самое сложное разделить на три части. Остальное там 2 минуты. Взбиваем масло до бела с сахаром. Теперь по очереди добавляем яйца в 3 этапа. Яйца взбили немножко. Тоже в 3 этапа. Thank you.
очищаем края. Итак, все перемешали. Еще раз подсказываю. У меня в описании есть подсказка. Значит, я написала лимон плюс масло плюс сахар. То есть это вместе отдельно делите. Яйца плюс соль. Это отдельно. И мука разрыхлитель и крахмал отдельно, чтобы было понятнее. А количество тоже там все указано. Я делю вот на две формы. Если вы хотите, в одну большую можете. Я просто одну буду просто делать, а другую с шоколадной глазурью. Поэтому я делю на две части. Чуть-чуть другую. Разлила я на две формы. Итак, здесь силиконовая форма, я ничем не смазывала. А в этой я помазала маслом и посыпала мукой. Диаметр вот этой формы где-то 24 приблизительно. Если у вас есть диаметром 30 или 28, можно все сразу туда. Ставим предварительно разогретую духовку на 180 градусов. Время не скажу точно, потому что духовки разные. До готовности. Румяная корочка, посмотрите, зубочисткой или чем-нибудь потыкаете, посмотрите внутри, если готово, значит готово. Ну, приблизительно около часа. Кексы наши готовы, они пропеклись, еще горячие, дадим им остыть. Для этого приготовим шоколадную глазурь. А эту посыпем сахарной пудрой. Не надо. Делаем глазурь. У меня где-то здесь 8 столовых ложек молока и щепотка масла. Нам надо, чтобы масло растворилось, а молоко закипело. Молоко нагрелось. Добавляем плитку шоколада. Нам надо, чтобы она растворилась
Все, выключаем плиту. Выключили плиту и даем раствориться шоколаду. Пока он жидкий, когда остынет, загустеет. Так, глазурь у нас загустела. Я перевернула кекс, здесь ровная часть. Поливаем шоколадом. Вот так вот покрыли шоколадом. А эту посыпем сахарной пудрой. Покажу вам, как в разрезе она выглядит. Еще теплая. Ну а у меня все. Всем приятного аппетита. Пока-пока.